ассасин. А вот он козёл. А, ясно, все уже живы там у них. Спокойно. Вау. Чуть её ассасин. Где-то Дима, блядь. Я ассасин. А вот он козёл. Гвоздики. Надо что-то себя назвать. Меня убили гвозди. Мне стыдно. Я знаю. А вот это странно. Я ненавижу глок. Знаете, для чего игра вот эта, кликер-то был создан в Steam? Нет. Это чтобы в контру, короче, можно было быстро так это, чтобы... Я сквозь тебя стрелял. Good luck. Зрители, если ты досмотрел до этого момента... Значит, это где эти льи у меня? На. Нафиг мне так 9, я не умею с ними играть. Где мой блок? А ты учись. Учиться никогда не поздно. Да ну я его выкину. Хотя, а вдруг он не поможет? Во-во-во-во-во. Ладно, флешка, флешка. Так. Вторая. Чё, дурак, это долбал обзываться. Хотя бы собачкой там обзывался. Ну, понятно. Оу. Оу. Давай я тут. Блин, изо всех щелей стреляют. Ну ты изо всех щелей, изо всех щелей. Ну да, ну ты меня понимаешь. Не, он на Беллу убежал. А я где свою подъема. Я знаю, где он был. Он уже там дефьюзит. Никогда не нас не стрелять. Но, а как он телепортируется, что ли, там по карте? Никогда не поздно. Бомб! Ой-ой. И ну как вот с вами жить-то? Ну ты же бомба, ты должен держаться всех. Мы СБ зачистили. Ты должен был идти и сплантить бомбу. Извини. Молодец. В отличие от некоторых. От кого? Я так-то снял человека в магазинчике. Блин, он же никого не убил. Ну, так нечестно. Мистер Лаки, ты там? Да он немец. А нет, это не он, не немец. Это реал мясник немец. Дырабансина. 10 на 12. А, бомба. Простите, простите, вы уронили. Я вам вернуть хотел. Что же вот такое растяпка-то? Ну, гвозди с лохами. Стой, ну стой, ну вы уронили. А, все, я вам верну, все, я буду идти. Спасибо. Flashback. До свидания. Flashback.
Бомба-то на А. Ребят, почему вообще на Б? Смотрите на Б. Ты вообще там только один человек. Бомба-то на А. Человек. Все, он умер. А, кстати, все? Они все на А. Они все, они на А пошли. О, на Б. На Б. Извини. Ну как все? Не все. Ну как? Нет, ты видел, там человек стоит. Куда ты его кинул? Там человек... Да-да-да, там. Ну, молодец, ой, конечно. Спасибо огромное. Только пора валить, по-моему. Кана мне, ребята. Зато клёво, они подумали, что мы на Б были. Ну да, перетяжка играет. Когда? Мы никогда не против тебе. А кофе? Кофе. Ой. И кофе. Я тебе микрофон сказал. И кофе. И кофе. Мы никогда тебе не откажем. И кофе. Блин, я буквы перепутал. Бомбу только-только там внесли. Я бомба. А. Бомба сейчас умрет. Ребят, я на середине, я не собираюсь умирать. Отстаньте. Отстаньте. О, там кто-то сидит в окне. И в меня стреляет. Да, а ты не знал. Нет, так я выбежал, он меня сразу стрелил. На беду я выбежи. Попах, Вася. А сзади кто будет смотреть? Ух, что, кто? Ты типа не слышал его, спасибо, да? Спасибо. Сиди. А, бомба. Да, уже всем пофиг. Чувак, ты молодец. Илья, я тебе ССГ дам? Статистику вообще-то. А нет, не использую. Видишь, как... Один хорошо стреляет. Один патрон, блин, зарядил там. Типа крутой такой, выходит такой. Тут так и написано вообще-то, что он. Так и написано, что он лайки. А мы души убитых сидим, разговариваем. А там кто-то. Ты не слышал шаг? Сзади. Все, потише. Они знали, они знали. Такой, два снайпера. Нет, теперь я на последний. Нет. Я надо что-то купить. У, я третий. Это называется самый первый. Ну, потому что мы с про игроками играем. Так. Все, будем. Пути, ребята, пойдемте сливать, у меня АВП. Ура! А нет, не будем сливать. А нет. Да, прям таки. Идемте на Б. Би-би-би-би-би. Блин, я ему хэд прописал, он жив остался. Я это не могу сказать сейчас. Ого, а против нас Даллас что ли играет? О, Чейнс? А, ну да, я говорил Чейнс. У него минус 97 хп. От двух. Ну вот как вот это понимать, а? Он же не а человек. Чем ты стрелял? Так 9. Он один выстрел 90 снимает, и второй аж 30. А зачем ты это сделал? Умею я кидаться. Но все равно не моя граната, а казенная. О! А он вам момент. Промазал. Как называется? Промазал, промазал, попал, 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 промазал, попал. Блин, что за ССГ мне попало в руки? Она сама взялась. Чё, я пропустил? Чё, я один? Я АФК постоял. Игра вылетела. Короче, я не знаю как, но у нас тут для того, как это развели, а? Я забрал его! Да, я его забрал, я его забрал, я его забрал! Такое счастье, такое. Одного человека забрал.
8 плюс 3, 11. Не сидит. Справа. Да, молодец, смоук. Прикрыл его. Да, молодец. Молодец, чё, лаки-то. Спасибо. Да он вообще просто тащит. Остались те же люди, с которыми я воевал. Ничего он не затащил. Я точно так же играл. Просто тащит. Мне почему никто не тащит? Он уже спалился, это точно. Так, смотри, он уже здесь сидит, хотя... Да нет, там попал. Во, видишь? Видишь, спалился. Эй! Эй! Ты чё, меня никто не прикрывает? А где твой план? О, нет! Ты посмотри на это. Чё? Ты позвони на это. Один против двоих с четырьмя хп. Один там, другой сзади. Мы на Б, вы на Б. Окей. Ну ты чё, разучился прыгать? Это было походу. Через серединку. Не, подожди, пока не ходи. Еще не доказано, где бомба. Все доказано. У-у-у. Спасибо тебе, друг. Помогите. 5-16 хп. Один наверху, один внизу крутится. Один наверху. Да какого? Ну-ка. Ну почти! Ну чё ты там слился-то с двумя хп-то? Ну как ты мог-то? Чё-то целых два хп было. А ты как сдох? А, нет, у него 221 час в контре. Нет, всё, нормально, верю. Знаешь, профессионал. Ой. Ты как слился, алё? Пошли, пацаны. Чё там это, от разговора уходишь? Я? Как я слился, блин. Ну пошел на него, он взял меня и убил. Просто вышел через стену, наводясь на мою голову. Нравится тебе это? Мне очень, я ржу не могу. Ты идиот. Не слушай, реальный мясник. Белый мясник, он идиот. Тут он на третьем месте, это не его заслуга. Ты не маешь только в следующий раз перед прицелом. Я чуть в себя не попал. А, то есть ты чувствуешь, каково мне, когда ты бегаешь? Блин, на кого я тогда видел? Я стену пальнул. Да кто-то здесь видел, это реально. Бедная стена. Призрак. Зайчиком должен. Да ни хрена его там нет. Никогда не будет. А, не ладно. Да ну тебя, короче. Я молчу, что ли? И меня не слышно? Так наушники погромче сделаю. И я говорил тебе, Лил. Лил, я говорил тебе, Лил. Сказал, я говорил тебе, Лил. Тебе можно подвинуть? Да, можно. Там-там-там-там. Ага, стол пошли, пошли. Там есть люди. Мы с тобой удачно сюда приперлись. Не уходи.
Я тебе отвечаю. Не понял. Тут дымок. У меня ямку стырили. Куда она? Магия. Она. Я просто вот так-то сделал вот так вот. Ну-ка, подсади. Ага. Смотри. Идет, идет наверху. Смотри, я вот так-то сделал, и она исчезла. Исчезла! Там появилась. Может, темка появится. Где появилась-то? Вот я вот так-то сделал, она пропала. Постреляй, покинется, может. Ясно, я понял, куда они упали. А, ее нет. Ладно, погнали. Я на... этот, МП-7 надо? Ну, давай. Если ты, конечно, можешь пистолет, у тебя какой пистолет? Вон там вот он. Ой, ой, он там! Он там! Он на Б, один на Б, BB, ван Б. Последний, нет, какой не предпоследний. На мостике. А, вот он. На мостике. Ух. А где мой бассейн? А в щели там посмотри. Нашел. 15 секунд. Пофиг. Остался зла. Ты перезарядиться будешь? Она. Ребят, только я умоляю. Я чуть-чуть думал, побыстрее. Чуть-чуть. Он на нашем респавне. Быстро, быстро, у вас обоих дефьюзы. Ой. А если бы тебе сейчас... Ты что делаешь, придурочный? Ты просто как-то не дал мне выжить. Нет, нажми F2, пожалуйста. У тебя это даже не скрин. Я F1 нажму. Нажимай. Никто не нажимает. Ой, он умеет говорить. Ты умеешь говорить. Кто говорит дроповый пи? У меня нет денег. Купите кто-нибудь дефузор. Что вы такие бедные? Оба сказали. Кроме Лаки. Илья, вот как я не люблю ходить вот так с ножом за своими. Уйди, ходи. Удачно фильм. Один на забежал. Один на ну, уйди с меня. Один громад. Сверху. Двое. Я, короче, побежал, окей? Извини, это дело контры. А то я на предпоследний миг. Бомба еще не подсветилась, так что все нормально. Я на Б еще. Во, он меня ждал. Decoy. Есть, у них косой снайпер. Блин, а... иди уже на середину, а не на сзади. А, ну ну да, крестинка. Мы победим. Чё нам какой-то чейнс тут? Да, чейнс-то, он там, не знаю где. Ой, чё вы боитесь-то я, его? Там, где-то тут, У меня 29 хп. Чё вопросы? А вот и чё нету ладно. Его. А второй? Второго 100. Боится. У меня снайперка. Так, ладно, а где он хотя бы, скажите, я может зарашу его? А, вот это хорошо. Вот, да. Ответ вот он. А тут хороший вопрос. Ответ вот он. Чё-то голубой меня спалил. Я ж тут голубой пошёл. Голубой меня спалил. Голубой меня спалил. Всегда так, знаешь. За фургоном. Дай. Я диффузер. А, ну ладно. А, у меня нет диффюза. Так и все втроём опробовали. Чего вы такие бедные, чего вы такие бедные, сам не купил. Тестим бомбу. Кому она вкуснее кажется? Вообще никого нет. Вообще никого. Они внизу под Б. Ну вы там знаете, где идти. Ну вы там знаете. Слушай, подожди, можно это? У меня там околечная. На А1 пришел.
Один пришел. В гости. Уже двое. С бомбой. И бомба там. Жизнь. Стоило мне все обходить, блин. Дурак, ты, блин, прям голубой передо мной встал. Я тебе кинул смоук в одно место. Не, мы затащим, это точно. Илья, я убил 4, понимаешь? Бомба видна, все тут все. Блин, а мне не тут. Хрена у него ВХ, конечно. Да ну. Тянуть время бесполезно, я не знаю, что делать. Это стоило ожидать. Это хорошо, что он по одному выстрелу стрелял. А то он вообще даже не попал. Ну, хоть ранил, чё. Ну, сейчас броник опять деньги тратить, покупать заново. Ладно, я убил 4 и 3. Но я не дал заложить бомбу. Мне никто я не понял. В магазине был. Берега. Вот ты умер. Вот ты видел это? Ты не видишь его, что ли? Он там стоит-то за эти башка торчит на всю округу. Нет, не видел, всё равно. А этот, блин, с ВХ, блин. КГТ, блин. Не, мы так не выиграем. Покупайте по 90, ну, ребят. Что за... Ты ж... Я убил человека с ВХ. Я уверен. Лягушки все такие. Тем более я знаю, где они. О, чувак, благодарю тебя. Мы должны, ребята. У нас 2 попытки, чтобы победить. Нет, 1. Давайте. Давай, удачи. Молодец, молодец. Остался какой-то нуб там китайский. Я его иду к нему. Я иду, иду. На, собака. Читерская. Иди, иди. Одна команда. Вот так, по 90 всегда вытаскивает. Бигос. О, у нас Сильвер в команде был. Когда я начинаю? Фальшивые птичьи игры! Вау! Сколько он стоит? Кто? 5-7 птичьи игры. А, не знаю. Погоди, сейчас посмотрю.